Доброго всем времени суток. На протяжении уже нескольких месяцев страну будоражат горячие дискуссии по инициированным президентом поправкам в Конституцию и так называемом плебисците, голосованию по поправкам, расколовшие оппозицию на два лагеря, один из которых призывает народ и своих сторонников к бойкоту голосования, второй – голосовать против поправок, следствием чего и народ, втянутый президентом и партией власти в это циничное, беспринципное и незаконное действо, отчасти пребывает в замешательстве, либо готов принять неверное решение, либо в очередной раз намерен отсидеться за печкой, не понимая того, что в зависимости от его решения сегодня на чашу весов поставлены не только его свободы, судьба и благосостояние, но и судьба страны, в которой предстоит жить его детям и внукам. Поэтому данным видео я обращаюсь не только к народу нашей, некогда великой и могучей страны, но и к лидерам и сторонникам всех оппозиционных сил и партий с призывом: опомнитесь, настало время встать всем в единый строй, невзирая на взаимные обиды и амбиции, чтобы отстоять наше будущее и будущее страны. Поправки в Конституцию условно можно разделить на несколько групп. Так называемые социальные поправки, о которых нам с экранов телевизора поведали Безруков, Машков, Газманов, прочие представители богемы. Поэтому этих поправок коснусь кратко. Поправки, которые с большим сомнением подлежат включению в основной закон страны и никоим образом не влияют на безопасность и благополучие как страны, так и ее граждан. Эти поправки не станут предметом рассмотрения. Поправки, стимулирующие граждан страны голосовать «за», рассмотрим на примере одной, наиболее существенной. Поправки, создающие условия к узурпации власти в стране одним лицом, и поправки, обеспечивающие неприкосновенность и вечную власть того же лица. Рассмотрим основные так называемые социальные поправки, внесенные в статью 75 Конституции Российской Федерации. 8-м пунктом статьи 1 закона о поправках. Не представляется, как можно защищать то, чего нет. Ведь за истекшие 30 лет разрушено или уничтожено большинство промышленных предприятий, гражданских отраслей страны. А попытки создать новое предприятие или новую продукцию завершаются либо провалом, либо трагедией. При этом единицы предприятий, где эти гарантии обеспечиваются, подвергаются всяческим нападкам, в том числе со стороны государства. Оборонка дышит на ладан, работая в основном лишь на то, чтобы обеспечить возможность пиара власти перед народом страны и на международном уровне. Барахолка, в которую страна была превращена в 90-х, постепенно приобретая более или менее цивилизованный вид, раковой опухолью уничтожает производственный и трудовой потенциал страны, все больше и глубже погружая страну и ее народ в потребительскую трясину, с катастрофической скоростью продолжая умалять экономический потенциал страны и ее народа. На фоне чего гарантии государства минимального размера оплаты труда не менее чем величины прожиточного минимума выступает скорее удавкой, чем социальной поправкой, как для работодателя, так и для работника. И как это ни печально осознавать, виной всему выступают безволие и безразличие к собственной судьбе и судьбе наших потомков, народа страны, довольствующегося подачками с барского стола, народа, позволяющего антинародной власти бездумно и варварски разворовывать природные ресурсы нашей страны, принадлежащие по праву ее народу, и аккумулировать наворованное за пределами собственной страны. А не пора ли задаться вопросом, а что будет делать страна и мы, ее граждане, когда эти запасы иссякнут? Рассмотрим следующую поправку. После столь успешно проведенной президентом Государственной Думы и правительством пенсионной реформы, молодежь утратила надежду и уверенность в пенсионном обеспечении, а старики, даст Бог, не помрут с голода. Думаю, не стоит особо останавливаться на данной поправке. Переходим к следующей поправке. В период пандемии коронавируса сущность данной поправки исчерпывающе раскрыта всем гражданам страны. Следующие поправки в комментариях не нуждаются. Рассмотрим
Рассмотрев так называемые социальные поправки в Конституцию, за принятие которых народ призывают голосовать, давайте попробуем разобраться, что же власть имущие предусмотрели для себя любимых, предоставляя народу столько благ, и каковой окажется плата народа за эту увлекательнейшую игру в наперстке. Перейдем к поправке в статью 71 Конституции, предусмотренную пунктом 6 статьи 1 закона, которую власть, зная, как безгранично ее любит народ, пытается использовать в качестве наживки на крючок для народа. Посмотрим ее обсуждение при повторном чтении закона о поправках в Думе. Поведению Коломейцев Николай Васильевич. Спасибо. Уважаемый Павел Владимирович, скажите, пожалуйста, вот почему не выполнено послание президента в части национализации элит? Кто убрал имущество за рубежом у должностных лиц и почему эта поправка отклонена? Вы знаете, ни о какой национализации элит вообще нет. Мы не можем людей национализировать. Это что, вещь, что ли? Это условное, конечно, такое выражение, и мне кажется, что оно неправильное. Вы говорите про имущественное, да, я понял. Теперь у нас появились ограничения. Ограничения тех лиц, которые входят на замещение тех или иных должностей. Очень важные, нужные должности, да? Президент, премьер-министр, федеральный министр, суды, прокуратура и так далее, и так далее. Кроме иностранного гражданства, вида на жительство, мы все вместе с вами внесли поправки, связанные с наличием иностранных счетов и иностранных вкладов. Это было во втором чтении, мы вместе с вами это поддержали. Теперь, что касается имущества. Есть вопросы, которые находятся в статике, это право собственности. И право собственности у нас на недвижимое имущество возникло только в конце 20 века. Распался Советский Союз, и мы знаем многих граждан, которые в том числе здесь находятся, у которых так получилось, что родители оказались в одной стране, а мы оказались здесь, в другой, в Российской Федерации. Это первое. Соответственно, мы не можем ограничивать в дееспособности, нарушать конституционные права этих граждан. Мы не должны только сегодня смотреть и говорить, вот, да, поскольку у него собственность есть где-то, значит, он точно негодяй, включать презумпцию виновности. И по поводу счетов однозначно, что такое ограничение должно быть. По поводу недвижимости не стали этого делать. В Конституцию это записывать мы посчитали ненужным.